Ты чего это тут прячешься? Я не виноват, сэр. Пожалуйста, не отключайте меня. Я умолял его не уходить, но он заладил про свое задание. И что это за задание? Вечно с ним проблемы. Эти космодроиды совсем от рук отбились. Даже мне порою непонятна их логика. Ну, дурак же я. Его нигде не видно. Черт. Не следует ли нам пойти за ним? Нет, еще нарвемся на пустынников. Лучше подождем до утра. Люк, я отключаю энергию! Хорошо, я сейчас приду! Этот маленький негодяй, кажется, принесет небольшие неприятности. Уж это-то он здорово умеет, сэр. Люк! 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 Ты сегодня видела Люка? Он сказал, что у него есть дело, и ушел рано утром. И дроидов с собой забрал? Кажется, да. Ну, если он их до обеда не наладит и не переведет на южный участок. Сканер обнаружил робота прямо по курсу. Может быть, это наш Р-2? Давай прибавим газу.